Первым этапом я нанесла криолифтинговую маску с морскими водорослями из линейки Esperalta Platinum. Она дает такой шикарный, приятный холодок на коже в летнюю жару, что дополнительно очень приятно. И кожа после нее становится шелковая и напитанная. Дальше я делаю обычно пилинг, наношу первым этапом, но сегодня я нанесла его после маски. Вот такой обновляющий и выравнивающий пилинг для лица из линейки Esperalta Platinum. Интеллектуальное решение для кожи. Жидкий наносим ватным диском и выдерживаем 10-15 минут. Следующее по плану у меня на сегодня – это маска для лица, очищающая с красной глиной и углем. Что мне в ней нравится, кроме того, что она обладает шикарным эффектом адсорбировать все, что не нужно на нашей коже, в наших порах, она еще обладает эффектом ухода. Не высыхает на коже. И посмотрите, сколько активных компонентов содержится в этой маске. И красная глина, и сок алоэ, и масло рисовых отрубей, гидролат вербены и бессмертника, эфирные масла лаванды и лимона. Кстати, очень приятный аромат. Комплекс Endemix. Оставляем на 10 минут, и потом ваша кожа шикарно сияет. Чистые поры, суженные и красивый цвет лица. И завершу сегодня свой уход вот этой маской питательной с маслами облепихи, черного тмина и абиссинской горчицы. И, конечно, комплексом эндемичных растений Сибири. 100 мл объем, большой тюбик. В чем прелесть этой маски? Ее можно наносить как обычную масочку на 15-20 минут. Можно оставить и дольше, и даже на ночь, и наносить не только на лицо, шею, декольте, но можно и на руки, и на кожу вокруг глаз, и даже на ножки.